Так, всем здорово. Распад опять. Что-то захотелось немного развеяться, поиграть чем-нибудь недолгое. Вот. Расслабить мозг перед сном. Собственно, у нас ночь уже. Вот, а что может быть расслабляющее, чем Jetson для NES? Жутко бесячая местами игра, но тем не менее веселая. Почему-то я хочу ее пройти, так сказать, чтобы она у меня была в этих в видео архиве, что я прошел. Но попробую пройти. Вроде мне это удавалось в последний раз. Я в нее играл уже. Сам сериал я не смотрел, я что-то видел мельком. Мельком, он что-то мне очень понравился. Какой-то он слишком допотопный, что ли. Он уже был тогда какой-то весь старенький. Так, ну-ка разреши формат. Угу. Что Флинстоны, что Джетсоны, все какое-то слишком уж ретро, допотопное. Черно-белое, я помню, мне не нравилось в детстве. Оно уже тогда было, в 90-е какое-то устаревшее. Вот, и не видел ни мульт, ни фильм, ни хера. А я не знаю, вообще фильм есть, нет. Но много где я вообще увидел, собственно. Какие-то отсылки там в мультах и прочих. Ладно. Давайте же начнем. Язык будет заплетаться. Вечер. Джетсон. Короче, что-то там хуйня какая-то случилась. Надо проверить на фабрике. Бля, погоди. Нет, погодите. Что-то тут не так. Так, кстати, играю я с овердрайва. Ибо картридж стоит что-то каких-то прям совсем уж безумных денег. Ну, вы можете, если не в курсе вдруг, на eBay набрать Jetson NES и не падайте в обморок. Угу. Короче, надо планету какую-то что-то остановить там. Какие-то, блядь. Шестеренки, я хер знает, я. Что-то слишком много слов, которые я не знаю. Пошла жопа, пришельцам там не дают расслабиться, в общем. Как вы себя чувствуете, мистер Джей? Вам нужны эти пауэрпаки в вашем приключении. Таким образом, будьте уверены, что у вас их достаточно. А без них вы не сможете использовать айтемы. Да ну вообще, да? Alright. Окей. Значит, с этими ящиками дерьмо такое же, как с Чип и Дейлом, говорят. Но я не согласен. Чип и Дейл — это все плавнее. This is a star switch. Stand in front of the switch. Окей. Try pressing button B. Вообще это херня. Давай разъебать я могу. А вот и шестеренки, которые захватили галактику. В общем, я не хотел эту игру играть до тех пор, пока не... Блять, не сделаю. RGB мод на свой Famicom. Ави Famicom. Блин, купил себе RGB мод. Паяльник. Паяльную вот эту хуетень, которая высасывает там этот с насосом. Короче, олово. Припой. И уже сел все это делать, а выяснилось, что у меня отвертки нет, чтобы скрыть Famicom.
Вот жду, пока она придет. Так, это подключается для того, чтобы поменять гравитацию. Инвертировать. Будьте аккуратны. Это работает на короткий срок, короче. Good luck, мистер Джей. Удачи, мистер Джей. Удачи. Ну вот, и, собственно, сейчас я играю просто через... как его там? Ретро-тинг. Тупо через композит. Блять. Фак. Что, конечно, не лучшее качество картинки выдает, но через ретро-тинг достаточно нормально. При движении видно этот какой-то репь там. Вообще похуй, короче. Ауч! Dump the robot in the trash. Ты кто вообще? Что за кохарёк еще? Кто это? Хомяк? Ну, как хорошо встретить человека после всего этого времени. Ты должен посетить мой дом в ботанических садах. Это крутое место. Так что увидимся. И стоит такой. Увидимся. Так, значит, у нас тут что? Вот, сердечки, которые повышают доступное количество сердечек. Ну, не прекрасно ли это? Блять. Хоть не плющит его. Жизнь там, значит. Как в других играх, типа потолком сплющил и жизнь отняли. Фак. Ящики-то не падают, да? Сердечко отдайте, а. Ёб вашу мать. Кстати, предупреждаю, что стрим не предназначен для детей. Так что... Я предупреждал. Ненормативная лексика может встречаться. Don't touch me. Welcome, Джетсон. Добро пожаловать, Джетсон. Ну, кто ты, мать твоя? Looks like you sniffed is out. Что ты тут разнюхиваешь, что-то, говорит? Но ты не будешь столь везуч против моего домашнего любимца этого, собачки. Мы не позволим тебе уйти отсюда. Взять его с центра. Центра, да? Блять, чуть не пёзнулся. Ай, фак. Здесь центр сейчас... Наваляю этот по щам. Фак. Give me the center. Блять. На тебе, center. Блять. Да еб. Да ёбаный ты по голове, стоять. Фак.
Да ёб. Первый босс, да? На тебе, Сентра. Fuck you. Бич. Ботанический сад. Женечки, конечно, забавные. Такой, который в башке потом крутится. Да, fuck you. О, сердечко. Здесь, по-моему, не пропадает ничего, кстати. Если не брать. Так что расслабьтесь. Никуда не торопитесь. Короче, чтобы на этих лиан, этих херовинах прыгать, надо кнопку зажатой держать. То есть прыгнул на нее и держишь прыжок до тех пор, пока не отпрыгнул. Иначе он не прыгнет. То же самое в Мистер Гиммик. Не все об этом. Не все догадываются об этом почему-то. Мне очень нравится, что игра лагает, правда. Ну как-то такая, чувствуется, ну, как будто заторможенная, что ли. В этом такой не было проблемы. В Флинстонах. Блю! Фак. Итак. Какой-то мерзкий паук, который какие-то там капельки беленькие в тебя кидает. Уж что это, одному богу известно. Чё-то они тут намудрили, конечно, с оптимизацией. Всё прям подлагивает. Фак. Ну, иногда эти лаги только на руку, да? Мать. Boy, what's was scary? Как девушка с ногами перекрещенными. Кто это вообще? I picked up you to thank you for helping me out. Да не за что. Я хочу дать тебе этот глайдер. Также. Тем не менее, это выглядит так, что эта хрень не работает без пульта управления. Ну что ж, достанем пульт управления. Говно вопрос. В спортивный зал пойдем же, конечно. Куда же еще? Мистер Джей, Astro has the remote control. У Astro есть remote control. Пес его что ли. Ну окей. Да ненавижу, честно, блять, этот спортивный зал сраный. Вроде ничего особенного, но жизнь проебать можно. На раз-два. Фак. Вот, блять, из этих сраных. Вот, блять, вот. Поэтому. Что за спортивный зал такой? Булшит. Булшит. Да ёб твою мать, блядь. К
Кстати, каждый раз тебе отнимают сердечко. Ну вот мне 3, блядь, осталось. Заебись, спасибо. Давай 2 жизни, 3 сердечка. Ёбаный вы в рот. Все, наконец-то. Well, if it isn't George, let's go in. You look tired. Ты можешь двигать... Ты выглядишь уставшим. Ты можешь двигать вещи с этим пультом управления. Чтобы сделать твою работу легче. Эй, ты должен подкачаться, как и я. Свою силу. Так сказать, сотворить. Да, и где же я буду творить? Билдить свою силу в Gear Factory. Это вот это что ли? Двигать предметы? По-моему, эта херня просто убивает. Да, там, кстати, может мои песнопения не быть синхронизированы с музычкой. Fuck you. Ай, фак, только не прыгай туда, блять, блять. Столько накопил, блин, этих странных таблеток. Чё, блин, да ёпта. Зачем звезды нужны? Кто-нибудь знает? Я не знаю. Эти, сука. Ты кто, мать твою? I'm Dr. Feralt. I'm doing research on cog wheels. Dr. Feralt. Делает исследования. Проводит исследования на шестеренках. Да ладно. Как ты, блядь, исследуешь их? Dreamland, your dream can be stolen. Be careful, George. Причем тут, блядь, мои сны, которые могут быть украдены? О чем ты, моя... Что тут маразматик какой-то старый? Что ты несешь? Если вот этого полотера в лицо ему швырнуть ящик, то он поебал тебя его от футболя, как в бейсболе. Ну, мы не будем проверять, конечно. Поверьте мне на слово. И
Так, теперь бежим со всех ног. Фак. Есть шанс проебсти. Давай, 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 беги, мать твою, Джордж. Джордж из джунглей. Этот раз ты не будешь столь... Короче, надеюсь, на этот раз тебе не так повезет. Не будешь столь везунчиком. Везливым, блять, я не знаю, как это слово. Hey, how are you feeling now, Джетсон? Как ты сейчас себя чувствуешь, Джетсон? Нормально, ты что пристал ко мне? Кто ты такой вообще? Натя. Давай посмотрим, как ты в реверснутый. Да, мне похуй вообще, сейчас тебя убью нахер. Или нет? На тебе. Говна ты кусок. Так, тут что у нас? Dreamland, что ли? Да. Ну это хрень. Не знаю, как они сюда это приплели. Я, честно, читал сюжет вроде. Ну при чем тут Dreamland? Мои сны могут быть украдены. При чем тут вообще планета? Фак. На которой там бунт какой-то, там машина работает. Все-таки надо, видимо, иногда русскую версию играть, да? Ха. Так, здесь мы идем сначала назад. Имитация ботанического сада. Так вот, пока я играю... О, отлично. Пока я играю на этой... На своей Famicom, но скоро она будет либо RGB-шная, либо мертвая. Потому что... Ну как, выпаивать по PPU, это, блин... Я боюсь пережечь ее, но деваться некуда, я все уже купил, и обратного пути нет. Ну, надеюсь, она выживет. В крайнем случае, у меня есть другая Famicom. Не Ави Famicom, конечно, но... Такая же рабочая. Правда, у нее... Че у нее там? Немного грызает вертикальный полос есть. Хер знает почему. Не, реально, хер знает почему. Там что-то, наверное, я ее в Японии такой купил уже. У нее авимод стоит там. На обычный такой, старый, 80 какого-то, лохматого года.
74-го, что ли? Так, вот это говна кусок летающий. Почему бить его тоже надо так достаточно долго? Блять, а эти будут на мелкоту отвлекаться. Самонаводящие мои херовины. Ящик, ящик, давай. Фак. Блять. Блядь. Не. Под сраку этому маленькому роботу. Ну, летающий чмошник просто вообще. Даже как-то странно. То босс чмошник, то... Да, еб... Смотри. Под жопу. Фак. Ладно, не сдохну. Жить будем. Я надеюсь. Да, все. Готов. И кто ты такой? Ну, что ты там присел? Right. I'm closing shop now. Что значит? Че ты, кто вообще? Че ты меня не убил? Теперь извиняется. Убей его, Джордж. Взять его. Ты можешь быть невидимым, используя на какое-то время, используя этот щит. Полезно, а? Good job, Джордж. Полезно. Ладно, живи. Полезно. Spaceball Stadium. Ну, а здесь можно жизнь заработать, кидая мяч. Мистер Джей Элрой практикуется. Упражняется на стадионе по спейсболу. Можно жизни вообще клепать на раз-два. Одна жизнь. В жопу эти. Заработал 3 жизни, одну проебал. И повторяю до тех пор, пока не станет 9. Больше 9 нельзя. Ну, такое место, конечно. Читерские. Хотя с другой стороны, ну и чё? Просрём сердечки, но ничего. Зато жизни будет до хера. Время это много не займет. Ой, фак. Пацан, блин. Почему меня убить может? Пацан какой-то с мечом? Да фак. Ну это полное говно, да? Пацан. Пацан. Так, да. Ладно, давай, пацан, чего ты там-то? Эй, папа! Спасибо, что пришел поддержать нас. Да, блядь, мне твои там друзья чуть пизды не дали. Пожалуйста. Вот, держи. Позволь мне дать тебе эти магнетические... Магнитные ботинки. Магнетические, блядь. You can walk on the ceiling. Ты можешь гулять по потолку в них. Но будь аккуратен. You don't have many power packs. Ты...
тебя не останется много пауэрпаков. Goodbye, Dad. На самом деле они там не жрут после практически ничего. Так что... Мальчонка, не это... Не ссы, папаша справится без твоих сопливых советов. Да, это самый сраный уровень, по-моему, во всей игре. Ненавижу его. Упс. Так, ну тебя проще просто ёбнуть, чем ждать ящиков. Ага, как тебе такое? Кусок ты говна. Ох, блядь! Вот это вот вообще дерьмо собачье, я считаю. По-моему, отсюда же начну сейчас. Ха. Да. Хоть так, блин. В жизни я вроде наклепался. Черт, надо ждать. Ух. Не хотелось бы сдохнуть позорно. Попал по нему. Fuck. Fuck you. Да ёпты, как тут? Вот, блять, вот как? Вот. Horse shit. Что видно, блять, было что-нибудь? Не видно же, ни хера. Дать сердечко, что ли? Алло, жизнь дайте. Не дают. Хер с вами. Так, здесь у нас ботинки нам помогут наши. Чудесные. Ботинки и убийство. Должно хватить всего. Речка. Так. У меня этого... Вот так вот напоминает Рика Мораниса, который... Дорогая, я уменьшил... Блять. Упс. Так, погоди, ботинки. Окей. Ладно, живем. Пока живем. Нахер тут звезды нужны? Они исчезают каждый... Да не исчезают, я их много набрал уже. А они все исчезают. Hi, I'm the hardware robot. I am a hardware robot. Why don't you come and... Почему бы тебе не прийти и не навестить меня в космомире, который я спроектировал? It will make you feel great. Это... Короче, тебе понравится. Блин, я вообще другим занят.
В жопу твой мир. Космический мир какой-то там. Джетсон, ты прирожденный выживальщик. Но у меня чувство. Но ты что-то не продержишься дольше. Да? У меня чувство, что ты мудак. Матес. Бич. В жопу мне. Нюхай мою жопу, блин. Сниф моя эс. На. На, еще. Говно. Блять, куда ты, долбоёб, прыгаешь? Сяду здесь и буду тебя пиздить. Что-то я задумался, блин, бывает такое. Когда уже вечер. Вечерело, так сказать. Тебя еще. Вдогонку. Блин, долго сидеть. На тебе. Космомир. Бой, I'm glad... О, я рад, что ты пришел. Космомир. Был захвачен, что-то там, пары пришельцев. Джордж, ты должен остановить им. Не дай им... Короче, останови их, не дай мне... Угореть. Так. Гравитация. Какие-то ублюдки там прыгают. Так. Слушай, так и будут падать, да, эти? Они падают вроде. Вот я такой, значит, по своей наивности прыгнул как-то. А там полетели эти метеориты. Ну и меня благополучно ебнули. Знаете, сука. Фак. Да ёбаный ты в рот. Ну, что-то я чувствую, здесь помру сейчас. Потому что что-то не поймал волну. Ugh.
Давай, панк поганый. Фак. Блять. Пиздануть нахер. Да ты чё, блядь, бессмертный что ли? Ебло. Ах ты ж сраная, блин. Тут мне, конечно, пиздец. Иди бей его. Ну. Это прискорбно, что я просрал все свои сбережения, так сказать. Давай. Хуйло, блин. Чё, блин? Нати нахуй. Уебанцео. Нати, блять. Браво! Вот тебе специальный фонарик. It will illuminate everything inside. Good luck. Да что вы говорите? Фонарь, который убивает всех? Что за фонарь такой? Рок-концерт. Джуди нет дома, мистер Джей. Она ушла на Jet Screamers концерт. Ну, полетели, чё? Нихуя не видно. Фон такой, блин. Реально. Чё, блять, ничего не видно. Еще бы сделали все по насыщенней. Чё, меня бесит эти балерины внизу, они типа прыгают тебе на этот, на доску и тянут тебя вниз, в преисподнюю. Тут такие вообще. Какие, не знаю, балерины, не балерины. Без башки там, со срезанной башкой стоит. Папа, что ты тут делаешь? Что там, с унитазом стоишь? Или что-то у него там? Как будто у него есть промежность, что-то, какая-то раковина торчит. О, you want to use my jetboard? Тебе нужен мой jetboard? Окей, напомни. Как только ты на него встанешь, он будет двигаться автоматически. Смотри. Это Jet Screamer, я все это. Пока, папа. Увидимся. Так, офис Коксвелла.
Ну, это точно самый всратый уровень. Что, как туда попасть, а? Фак. Может, на этом джетпаке? У меня не хватает денег. Нищета, нищебродная, блин. Джетсон. Кек. Ради фана, наверное, сделан он просто. Ну что ж, почему бы и нет? Вот я и пришел сюда ни с чем. Ух ты ж, ёп. Котейка взбунтовался. Дай. Чуть не нажалась кнопка. Всегда должен быть уровень такой, такой музычки какой-то там. Казиношный, я помню, в Чип и Дейл там вот. В конце обычно такая, как злодей где-то там. Я бы хотел туда попасть. Блять, а что случилось-то? Кто меня ёбнул? Что, хочу туда попасть? Yeah. Это я понимаю, да? Здесь что делать надо? Блять, взял жизнь, проебал жизнь. Лучше бы не брал, че за жизнью гоняешься? В жопу ее. Fuck it. К жизни вон вагон был. 7, да? Безумный кот. В Чип и Дейл собаки механические, а здесь коты. Чем бы это могло быть связано? Наверное, повторяться не хотели, типа. Да, блядь, да что ж не работает-то, а? Нажимал же. Сука. Блядь, да что ж за хуйня? Что за звук такой? Ой, блядь, чуть не пёзнулся. Так, мне бы опять туда попасть. Может, получится. Фак. Блядь, ну вот... Сука. Ну и хер с тобой, бич. Ну чё, опять что ли, блядь, эта хуйня? Блядь, ты проебал ящик ещё, а? Эй, пошли в сраку. В сраку? И ты нахуй иди, блядь. Все, идите нахер. То вообще не знаю, как попасть. А, погоди.
Мои же чудесные ботинки. Ботиночки. Здесь явно ботинки нужны. Если тут без ботинок, то... Без ботинок ты ничтожество здесь. Таблетки собирает, ходит. И все, на таблетках работает, да? Ну, если упал, можешь хотя бы взять жизнь. Приедет, придет, нет? Держи, если что. Ни в чем себе не отказывай. Честно, в душе не помню, что тут. Какой паттерн тут у босса. Таблетка тоже нет. Блять, вот ты еще ебло, блин. Как это там? Сентру, а я что, убил? Ладно. Boy, you don't give up, Джетсон. Ты не сдаешься, Джетсон. Ты не сможешь быть столь удачным на этот раз. Смогу. Спорим? Блять, а вот может не смогу. Теперь меня точно пиздец. Ух. Ящик, родите. Иди. Ой, бля, мне пиздец. Сука. Фак. Все, мне пиздец. Ой. Меня пиздец. Да, я понял. Да ты не сможешь быть удачным. Пизды дам сейчас. Там Якубович летает, да? Это сука. Так, ладно, дальше чем? Бой! Окей, дальше что? Не, помнишь, какую-то хуйню тут... Угу.
Фух. Ладно. Вроде не можешь меня достать, украв экрана. Но это радует. Значит, будем просто ходить из угла в угол, как неприкаянные. А чмо даже ни о чем. Ничего не сможешь сделать. Ох, господи, сделать. А? Как ты такое? Говно кусок. Ебалу. Чмошник. Выключи главное питание колонии. Сейчас же. Он в колонии. А, бля, я понял. Короче, вот этот вот черт, это начальник или кто там он. Он построил фабрику на какой-то там планете. М что-то там с пришельцами. И из нее все соки выжимает. Но... это значит, что центральное управление больше не будет работать. Босс. Роботы-рабочие, контролируемые компьютером главным, спятили. Мы ничего не можем сделать, чтобы остановить их. Быстро. Мы должны сделать что-то. О май бах. О май гэш. Короче, этот Коксвелл надавил на него, чтобы он тут полетел на планету. Джетсон. Почему Джетсон? Полицию вызывай. Кто у вас там? Космическую. Ну, Джетсон решил заглянуть домой, к семье, собственно. Перед опасным путешествием. Отлично работает, Джордж. Как работает мой пульт управления? The Bone, Джордж. Give me the bone. Дай мне кость. Bone, по-моему, это еще как-то переводится. А, boner. Boner. Give me the boner, Джордж. Hey, Dad. We have a game today. У нас сегодня была игра. Ты ведь еще раз придешь нас поддержать? Не так ли? Ну, хуй знает. Что-то неинтересно у вас. Way to go, Mr. J. Ну, краткая сестра таланта. I'm leaving for Jet Screamers concert now. Я только что с концерта. Пока, папа. Или наоборот, на концерт, не понял. Почему, Джордж, ты вернулся? Ну, потому что твой муж, нет? Че не пахнет едой? Ну, а ракета приземлилась за тобой. Коксвелла. Это командировка, короче. Дала мне пауэрпаков каких-то. Много, надеюсь? Ну что ж, колония. Под завязками я набил этими таблетками. Женушка. За что и, конечно, низкий поклон. Блять, что такое? Ух ты ж какая тварь. Бля, здесь надо, короче... Ай, сука, надо было сразу здесь. Точно, надо было сразу здесь. Глайдер запускать, или как он там? Доску, в общем. Марти, блядь, Макфлайскую, блядь! А жизни-то все меньше.
Себя не заработал столько, блин, на этом. Усынули там, наверное, в баскетбол. Да ёбаный ты по голове, блядь. Это, наверное, сошедший с ума как раз робот, что? Робот. Поехали. Ну, надо признать, все... Практически все... Девайсы здесь полезные. Хождение по потолку полезно. Невидимость пока не пользовался, но пригодится в этом уровне. По-моему. Ай, господи. Сумасшедшее говно. Ох. Ну я жадный, я тебя ящиком пёзну. Буду таблетки экономить. Не забывай, что там чемодан этот лежит. Как всегда, не то чтобы я так дофига играл в эту игру. Так, что тут у нас? Так, ну я могу ботинки использовать. Вот и ботинки пригождаются. Да тут все пригождается. В той или иной степени. Так, здесь надо быть аккуратным. Так, а так я ведь никак не попаду туда, да? Фак. Так. Слушай, что-то здесь, по-моему, проще было как-то. Скользит, что ли, еще? Куда ты скользишь, блин? Джордж? Коксвеллс компьютер was going berserk. Вообще сбрендил хуем. Мы пытаемся остановить. Его пытаемся перепрограммировать. Да, блять, вы на себя гляньте. Хомячки пытаются его. Да, что же вы какие-то вуки, какие-то эвоки какие-то там. Что, соображаете в программировании? Но мы про... У нас день получилось. No shit. Это только еще больше разъебало нашу колонию, ну, блять. Нехуй.
Доверьте это профессионалам. Так. Разрушение продолжается. И нам требуется твоя помощь. Главный компьютер под землей. Иди туда и восстанови его. Окей. Так, теперь надо последовательность правильно, да? Нет? Нет. Середина. Право. Лево. Нет. Середина. Лево. Право. Нет, право. Центр. Лево. Тебе надо пиздохать отсюда, пока жив. Ты невидимость, что ли, я не помню. Блять. Нихуя это. Ты чё, блядь, ботинки выбрал, дебил? Все сначала, да. Это. Чё там, блядь, невидимость-то? Сука. Вот это вот говно же. Это дерьмо, а. Джордж, блядь, из джунглей. Кстати, вот это вообще не понимаю. Иногда надо догонять, иногда нет. Чего зависит, понятия не имею. Как повезет. Говно кусок. Ну, тут они могли уж, блин, чекпоинт сделать и вот тут вот, блядь. Да. Потому что это как-то уже, блин, зашквар. Да-да, блядь. Если вы, блядь... Ладно, пробуем еще раз. Теперь, что там у нас? Право. Лево. Серединка? Нет. Право. Да блять. Там вообще лететь, наверное. Сука. Всю невидимость просрал. Каждую таблетку, блин, подбирать теперь.
Жена, блин, столько надавала таблеток. О, жизнь дали. Ага, вот это что такое. 10 штук надо забрать. Почему 10 штук дают? Что, блядь, за цифра такая? 10 звезд. Чё, блядь? Как это... Сука, вот если бы ты не скользил, ебла кусок, блин. Блять, у него там глайдеры, хуяйдеры. Ботинки лучше себе какие-нибудь там шипованные, блин, приобрел. Что за свистящий звук такой? Какая птичка как будто. Блять, ну это зря, конечно. Ты тут хор щет, он как он в прошлый раз сдох, я так не понял. Как мне ее взять теперь, блять? Знаете, сука. Блин, скользкий, блин, чувак. Ты завязывай это. Джордж. Джорджи. Еще 3 жизни осталось, блин. Что проебем из-за тебя? Бери давай эти ящики. Не стесняйся. Да-да. Не сыпь, спасем сейчас всех. Вон, хоть сердечко оставил бы себе. А, нет. Не то. А, не то. Ха. Чёрт. Так. Фух. Готов. Готово. Надо просто сразу прыгать с этих херовин, пока они там вниз не поросли. Well, Джадсон... Так, ну все. Что ли? Где история финальная? Никакой не будет там? Воссоединение с семьей там? Ну что, игра прикольная, да? Прикольная. Музыка прикольная, графон прикольный. Тормозит немного, я не знаю, чем она мне нравится. Ну, интересная. Наверное, это необъяснимо. Есть какие-то игры, которые вроде тебе нравятся играть, ты играешь. А другие скажут, говно какое-то. Мне нравится. Флинстон я бы не, вот, не переигрывал, не стал. А это почему-то хочется. Поздравляем, Джордж. Ты остановил Коксвиллскую фабрику, там, шахту, вернул мирные времена, планету М-38 и Spaceless Rockets. Че это, блядь, значит? И сегодня Джордж вернулся в его креслице и уснул, как обычно. Джетсон! Ну, собственно, вот и все. Наш короткий стрим завершен. Всем спасибо, кто пришел. И увидимся вскоре.
поиграем чем-нибудь другое. Всем пока.